Здравствуйте! Сегодня в домашних условиях я приготовлю печенье савоярди. Отделяем белки от желтков. Нам понадобится 3 белка и 2 желтка. К 2 желткам добавляем половину сахара и взбиваем миксером до пышной светлой массы. К белкам высыпаем оставшийся сахар и взбиваем до устойчивых пик. В несколько приемов желткам добавляем 65 грамм муки и белки взбиты. Аккуратно перемешиваем лопаткой сверху вниз. Полученное тесто перекладываем в кондитерский мешок с насадкой. Противень, на котором будем выпекать, застилаем пергаментной бумагой. И из теста выдавливаем полосочки длиной 6-8 см. Сверху присыпаем сахарной пудрой. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов и выпекаем 10 минут. Готовые савоярди даем остыть. Перекладываем на тарелку. Они получаются очень нежные, очень воздушные и легкие. Так что попробуйте приготовить. Ну а в следующих видео не пропустите. Посмотрите, что я буду из них готовить. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.